Дополнительное финансирование направят на исполнение майских указов президента, в том числе на поэтапное увеличение зарплат работникам бюджетной сферы и на региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Также на социальные выплаты медикам, не попадающим под аналогичные выплаты по программе ОМС. В законе предусмотрено увеличить расходы на реализацию адресной инвестиционной программы Пермского края для завершения строительства социально значимых объектов.